Все методы теплового воздействия с лечебно-профилактическими целями можно разделить на два вида. Локальный или местный прогрев органа, нуждающегося в лечении, или общий прогрев всего организма. Какая же необходимость была в создании кедровой бочки, воздействие которой также относится к общему прогреву? Дело в том, что локальное тепло прогревает тело на достаточную глубину, но только на небольшом участке. Общий прогрев в бане или сауны воздействует на весь организм в целом, но прогревание при этом происходит на глубину до 5 мм. У нас для вас отличная новость. Сейчас действует акция на покупку кедровой бочки от компании «Фитородник». Для зрителей канала действует скидка 5%, а также подарки при покупке фитобочки на сумму 3000 рублей. В каталоге компании представлено более 50 видов кедровых бочек и аксессуаров для них. Доставка осуществляется в любой город мира. Переходите по ссылке в описании и выбирайте настоящую кедровую бочку для дома и для бизнеса. Для того, чтобы в сауне или бане тело могло прогреться на глубину до 4 см, температура воздуха должна превысить пределы здорового парения. Но с кедровой бочкой удается достичь эффекта глубинного воздействия тепла и пара при тотальном прогреве организма без термального шока. Мини-сауна «Кедровая бочка» может эксплуатироваться в режиме влажной парилки, создавая постепенный щадящий прогрев тела на глубину до 4 см. Технология услуги по методу фитопара происходит следующим образом. Температура фитобочки за счет пара поднимается до 54 градусов при влажности воздуха 95%. В подобных условиях организм теряет очень мало тепла и температура плавно повышается до 38 градусов. Примерно вдвое учащается пульс и ритм дыхания. Обменные процессы в организме усиливаются, кожа обильно выделяет пот, вместе с которой выходят шлаки. Расширенные капилляры кожи как бы вбирают кровь из внутренних органов, устраняя застойные явления. Так как пар активно насыщен фитосборами и эфирными маслами растений, через расширенные поры кожи активно проникают в организм целебные компоненты. К слову, врачи-физиотерапевты доказали, что травы усваиваются организмом на 40% эффективнее через кожу, чем через питьевые настои. Разогретая кожа хорошо воспринимает фитосборы, которые продолжают свое лечебное действие и после окончания процедуры.